7 самых жутких видео, от которых вы будете шокированы. Номер 7. Тренажерный зал. Один из первых посетителей зала начинает разминку. Но вдруг тут начинают происходить паранормальные вещи. Видео снято с экрана монитора камеры наблюдения. Но самое жуткое происходит через несколько секунд. Невидимое существо схватило спортсмена за ногу и повалило на пол. Номер 6. Это видео снято в одной из стран Латинской Америки. Дети ночью решили в грозу пройтись по темным улицам, и в один момент они впереди себя замечают нечто непонятное. При вспышке можно заметить маленькое и весьма жутковатое существо, похожее на гномика или типа того. Номер 5. Проклятое место. В 2012 году в одном из дорог, ведущей из города Хиросима в лес, произошло ДТП, где молодой парень разбился насмерть именно в этом месте. Но оказалось, что этот парень был главным подозреваемым в одном ужасном и нераскрытом преступлении. За год или два до этого ДТП полиция нашла в этом же месте ящик. Внутри было расчлененное тело студентки. Во время репортажа со стороны, где стоит домик, слышится женский плачущий голос. Даже репортер это услышал и оглянулся. Это место обрело легенду как проклятое. 広島県北広島町の臥龍山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は解かれています。広島県北広島町の臥龍山の林道の入り口です。 Номер 4. Это видео тоже из Японии. Про него у меня нет никакой информации. Кто-то выбрасывает что-то подозрительное в мусорном мешке, другой подбирает мешок и заносит его в квартиру. Но парень сильно пожалеет об этом. Смотрим. Поначалу вроде был пустой, но потом нечто жуткое выходит из мешка. Судя по всему, это живая голова призрака, ну или типа того.
В японской мифологии подобных рассказов и существ очень много. Номер 3. Мексика. Видео называется «Черт возьми, что это было?» Ведьма, нагваль или животное. Нагваль в мифологии индейцев Центральной Америки – дух-хранитель, тереоморфный двойник – Эль Нагуаль. Ay, cabrón. Mira, cuidado, cuidado, cuidado. No manches. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, bruja? Qué chido. Ey, son varias, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Cuidado, vienen para acá. ¿Cómo te llamas? Miren, no tiene rostro. No, sácate. Номер 2. Дом с призраками. Это видео из канала Параноякс. Блогеры обследуют заброшенный дом в лесу, где обитают призраки. Arkadaşlar, eğer çekim biraz fazla titriyorsa ya da ani dönüşlerim yüzünden kusura bakmayın. Çünkü gerçekten çok zor bir ortam şu anda burası. Ve etrafımda ev falan hiçbir şey yok, sadece bir... Bismillahirrahmanirrahim. Alo? Bakın. Alo? Dur. Arkadaşlar, içeride bir şey var. Номер 1. Видео похоже на случай в Мексике. Группа блогеров из канала Беда Алам Официал сталкивается с ведьмой. Салам алейкум. Bundan mı? Bak! 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 Bak!